Здравствуйте, с вами интернет-магазин World of Tools и я, Втюрин Анатолий, демонстратор торговой марки Bosch. Сегодня хочу вам представить приемник для лазерных нивелиров LR2. Давайте посмотрим, что находится у него в комплектации. Это батарейка. Сам приемник. И инструкция по эксплуатации. Итак, у данного приемника есть три кнопки. Кнопка посередине включает приемник. Как мы видим, у него есть практичный дисплей. Снизу мы видим индикатор того, что включен звук. С помощью кнопки слева мы можем звук сделать громче или же полностью его выключить. С помощью кнопки справа мы можем настроить точность измерения. Сверху на инструменте мы видим магнитный крепеж. С помощью этого крепежа мы можем прикрепить улавливатель к какой-нибудь металлической поверхности. На задней стороне мы видим резьбу, в которой мы можем вкрутить держатель, который потом прикрепить к линейке. Также на задней стороне есть второй экран. Чтобы при работе постоянно не разворачивать его к себе, у нас есть дополнительный экран, который поможет нам в работе с данным инструментом. Также на задней стороне мы видим шилд, на котором указан артикулярный серийный номер, который понадобится вам для регистрации на сайте, чтобы получить свои 3 года гарантии. Также указана страна-производитель у данного инструмента, это Китай, и краткие характеристики самого инструмента. Итак, давайте разберемся поподробнее, как он работает. Допустим, возьмем нивелир, включим его. Как мы видим, лазер есть. Но если вы работаете на дальнее расстояние, вы можете не увидеть лазер, и для этого существует данный приемник. Когда мы пытаемся найти луч, данное окошко у нас улавливает луч и передает данные на экран. Когда луч находится рядом, но не посредине данного индикатора, улавливатель показывает нам, что надо немножко опустить его. Когда луч фиксируется на середине, мы получаем световой и звуковой сигнал. Подводя итоги, могу сказать, что данный инструмент будет хорошим помощником в поиске лазерного луча на дальних расстояниях от 5 до 50 метров. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите нам, мы с радостью на них ответим. Пока-пока!